У меня оставалось не так уж много дел, но и этого было достаточно. Табун был отравляющим веществом, быстродействующим и смертоносным. Вдохни его, дотронься до него, даже просто посмотри на него, и все органы в твоем теле откажут самыми ужасными способами. Это была идея Вольфа. Он был специалистом по химическому оружию. Он помогал русским начинить этим веществом оставшиеся ракеты Фау-2. Их цель — Лондон. Эти красные свиньи представят все как последний удар возмездия фашистской Германии. С убийством Вольфа можно было подождать. Теперь больше ничего не имело значения. Я должен был остановить запуск.
где-то в пригороде Берлина Вольф и его русский...
комнате все было перевернуто. Фрицы выпотрошили ее. Они забрали или сожгли все бумаги. Но должно было остаться что-то, что могло мне помочь. Это старый трюк, но вполне действенный. В яблочко. Похоже, это план спасения Вольфа. Но перед свиданием с Вольфом мне нужно было сорвать пуск Фау-2. Здесь не оказалось ничего, что могло мне помочь. Единственный шанс давало здание министерства на другом конце площади. На карте были отмечены все пусковые площадки в окрестностях Берлина. Только одна из них была действующей и при этом находилась на территории, занятой русскими. Она-то мне и была нужна.
Я немедленно отправился на позицию, молясь. Прочешите все и добейте выживших.